Прежде чем принимать решение по основному вопросу сегодняшней повестки, я хотел бы с вами посоветоваться. Речь идет о формировании нового состава правительства. Я уже говорил об этом и поручения такие давал. Вы все занимались этими вопросами. Когда прозвучало мое заявление о том, что всегда накануне выборов действующий президент определял правительство заранее, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением их насущных вопросов, связанных с их жизнью, экономикой, да и вообще социально-экономическим развитием нашего государства. Я знаю, что вы провели ряд консультаций, изучили действующие кандидатуры, действующий состав правительства, кандидатуры новые. И мне внесли вчера предложение по этому вопросу. Тем не менее, с вами, с людьми, которые так или иначе имеют отношение к формированию нового правительства и вносят предложение президенту, я хотел бы, прежде чем принимать решение, посоветоваться еще раз. При этом хочу еще раз, чтобы не было кривотолков, напомнить, что формировать состав будущего правительства, как тогда думалось и мыслилось, мы начали давно. Наверное, где-то полгода тому назад, когда в правительство пришли новые министры, прежних заменили или по их собственному желанию, переведя на новую работу, редко было, что мы освобождали членов правительства от их обязанностей, как не обеспечивших участок работы. Просто по болезни, еще по другим причинам, люди уходили на менее объемную работу, скажем так. И вот полгода мы формировали этот состав правительства. Поэтому ожидать, что тут революция произойдет в смене правительства, не следует. И это было бы очень плохо. Плохо потому, что сейчас весь мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса, который повлек серьезные изменения отношений в обществе. Последствия будут очень серьезные этого кризиса. Поэтому резкий слом правительства, замена всех членов правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента, да и необходимости такой нет. Потому что выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать. Те, кто сегодня с такими объемами в этот кризисный период не может справиться, их, конечно, надо заменить и направить на другую работу. Почему мы не можем тянуть дальше? Я уже только что сказал, мировой кризис, он отражается и на Беларуси. Это хорошо, что мы так это вывернулись, выкрутились в этой ситуации с этой пандемией, не остановили производство. Я уже говорил, если бы мы остановились, мы никогда бы не запустили это производство. Это только в сказке могло случиться. Поэтому нельзя потерять вот эту динамику, пусть даже маленькую динамику. И надо активнее работать, особенно в сфере экономики, для того, чтобы выйти с минимальными потерями из этого неожиданного для всех кризиса. Вот примерно то, о чем я хотел с вами посоветоваться, и обоснование этого процесса. Я очень попросил бы вас, чтобы вы высказали свою точку зрения, и как в целом по правительству, так и по конкретным кандидатурам, которые внесены на мое рассмотрение.